Давайте покричим «Ура!» Ведь сегодня непростой день. Сегодня день необыкновенный. Сегодня большой праздник. А знаете какой? Ух ты, вот это да! Молодцы! Эти ребята прекрасно знают, в честь чего на территории Дома культуры имени Ленина в Красноармейске так красочно и весело. В честь Дня государственного флага Российской Федерации там организовали настоящий праздник. Познавательная программа «Мы будущее России» включила в себя игры и викторину. Ведущая была в костюме русской матрешки, что символично в этот день. Ну как вы думаете, почему я так нарядилась? Флаг России ведь символ государства нашего, правильно? А матрешка тоже неотъемлемый символ. И как раз очень близкий детям, поэтому я решила вот быть тоже в триколоре и нарядиться матрешкой. Ребята все узнали о флаге России, когда он появился и что обозначают его цвета. Две команды отвечали на вопросы про государственные символы и даже рассказали, чем славится русская земля. Береза, флаг наш российский, матрешка. А вы называете дальше? Медведь, балалайка и герб. Спортивные состязания никого не оставили равнодушными. Ребята показали свою ловкость, скорость и волю к победе. А после была организована детская мастерская, где все желающие создавали поделки. Этим же занимались и в другой части города. На площади Победы рисовали матрешек в цветах российского флага. А рядом был мастер-класс по рисованию Чебурашки. Какой же праздник без концерта? Россия! Эстрадно-вокальный коллектив «Час пик» подготовил специальную программу «Таланты флагу посвящаем». Исполняли патриотические песни. Не менее подвижно было и в Челюскинском. Там Дом культуры «Импульс» организовал велопробег. Участие принять мог любой желающий, всем раздавали флажки. Активисты проехались по любимым местам поселка и поздравляли жителей с праздником. Более 15 человек приняли участие. На всех кораблях поднимают его каждым утром. Несут самолеты российские, собственный флаг. А это флешмоб от Софринского дома культуры «Юбилейный». Там придумали танцевальную программу. Участвовали ребята из ансамбля современного танца «Легоданс» и жители поселка. Вот как интересно и весело отметили День государственного флага Российской Федерации в нашем округе. Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Новости Большого округа.